правда и да, одно учу, это... учу, и ничего не получила. А почему так произошло? Ну, наверное, это ошибка учителей, может, потому что я, когда переходила в новые классы, мне начинали все заново, и я каждый год учила все одно и то же. По отзывам, наверное, все равно как-то рекомендуют же какие-то школы. Не знаю. Ну, пока сам не попробуешь, не увидишься. И еще мне больше нравится, где много практики. Я в Китае жила. А сколько лет? 3. Вы свободно говорите по-китайски? Классно! Ну, чтобы они, наверное, в первую очередь сначала изучали именно культуру той страны, которую хотят. Потому что, когда ты изучаешь культуру, потом становится изучать язык намного интереснее. Потому что если просто знать язык — это одно, а когда ты интересуешься всем вот этим вот изнутри, прям узнаешь, это уже другое совсем. А, хочу. Мне кажется, ну, не знаю, в России, вот в школах сложно его, ну, не знаю, вот реально выучить. Тоже, считай, с первого класса начала учить, ну, и все заново, одно да потому. То есть забываешь, опять заново начинаешь, ну, вот никак не запоминается он.